Высочайший уровень профессиональной подготовки педагогов школ в Самарской области подтверждается последние 10 лет. С 2011 года каждый год педагоги из 63-го региона занимают призовые места в общероссийском конкурсе «Учитель года». 2019 не должен стать исключением. В конкурсе приняли участие более 800 учителей. Приходится не только преподавать, но и учиться самим у своих подопечных, рассказывают конкурсанты на торжественной церемонии. Они не дают расслабиться, ты постоянно находишься в тонусе. А, во-вторых, они, ну, по крайней мере, вот если говорить, да, о моих детях. У меня очень читающие дети. Они иногда предлагают такие нестандартные очень взгляды, нестандартные вообще точки зрения у них очень часто. Молодым людям с начала года пришлось пройти ряд конкурсных испытаний. Урок в незнакомом классе, классный час без подготовки, а также представление на суд жюри оригинальных методических идей. Наш конкурс позитивно влияет на инновационные процессы в образовании, задает параметры качества учительской профессии. Профессия учителя – одна из самых ответственных и почетных, ведь именно в ваших руках будущее родного края и всей России. Вы создаете основу для самореализации и раскрытия способностей каждого ребенка. После отборочных мероприятий до финала, который состоялся в марте, дошел 21 педагог. Затем уже были названы имена сильнейшей пятерки учителей. Абсолютным победителем стала учитель русского языка и литературы Самарского центра для одаренных детей Ольга Тарашинская. Ей вручили ключи от автомобиля «Лада». Мы на этом конкурсе должны в первую очередь учиться друг у друга. И мне кажется, так повезло быть с настоящими мастерами в одной аудитории на сцене и просто получать от них какие-то еще поздравления, возможно, подарки губернатора. Это настоящий праздник. А уже осенью ей предстоит отстаивать честь Самарской области на всероссийском уровне.